Уже не первый год в Твери проводятся конкурсы. Сейчас я на сцену хочу пригласить участника конкурса 2009 года, 2010 года, 2013, ведущий конферансье из города Санкт-Петербурга. Встречайте, Олег Заикин. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. Я рад вас приветствовать в панораме. И сегодня в этом зале собрались все те, кто любит и ценит творчество величайшего человека современности, поэта, композитора и певца Михаила Круга. И сегодня 60 лет исполнилось бы Михаилу Владимировичу, но сегодня праздник православный, Благовещение, а Михаил Владимирович был человеком верующим, православным. И я хочу спеть, показать вам одну из самых культовых песен Михаила Круга. Пожалуйста. Старый, перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу, я покаялся в грехах, чуть болит душа немного, только мне неведом страх. Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня их очень много. Выслушай, прошу, и помоги. Я хочу покаяться пред Богом. Не дая всю правду расскажу. Поверьте мою, прошу, послушай. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. Старой церкви пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чистый светил, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил в пути. Жизнь такая надоела, святый Господи, прости. Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня их очень много. Выслушай, прошу, и помоги. Я хочу покаяться пред Богом, Богом. Не дая всю правду расскажу. Исповедь мою. Искалеченную душу. На
земную душу. Спасибо огромное. Вечная память Михаилу Кругу. Олег Заикин. Спасибо, Олег. Огромное спасибо. Ко мне часто обращаются с вопросом, а откуда Круг, псевдоним? Рассказываю. Одну версию сейчас только озвучу. Миша работал в автобазе, развозили продукты по магазинам, и кончается смена. Собираются у начальника смены в кабинете, там шоферы курят, разговаривают, там какие-то истории рассказывают. Говорит, Мишка придет. А начальником Коля Кулаков звали его. Ну, слава богу, жив, здоров, зовут и сейчас. И вот Мишка придет, говорит, сядь на стул, сидит. А ребят не расходятся, что-то домой не торопятся. И говорит, он вышел, опять вошел, с другой стороны сел. И вот мне Коля лично рассказал эту историю. Говорит, я его кругом-то назвал. Я ему сказал, да хватит ты круг, сядь ты на стул. Сейчас ребята разойдутся, никуда наша чекушечка от нас не денется. А у Коли в сейфе стояла чекушечка. Вот, поэтому Коля мне сам рассказал этот случай. Кстати, интересный факт. Сейчас мы продолжаем дальше наш концерт. И следующий человек лично знал моего отца. И, возможно, он даже расскажет историю знакомства нам. Поэтому для вас выступает автор-исполнитель, лауреат премии «Шансон года» Игорь Герман. Привет, бродяги! Как дела в Нью-Йорке? Почем там водка, соль и черный хлеб? Как поживают Фаня, Шая, Жорка? И что вы кушаете в среду на обед? У нас дела, как будто бы в порядке. Тусовка крупная собралась в этот раз. Поем и пляшем на Калининском Барбате. Мы отдыхаем тут. Барбаде, и лишь в Барбаде, Барбаде, найдется место и дала.
Какие быстрые хрусталь здесь все в двери. На дне рождения у Миши найдется место и долларом, и долларом, и рублям. Добрый вечер, уважаемые тверичане. Вы знаете, вот прошли годы, спасибо вам, друзья, прошли годы, ну, вообще, что касается Миши, на сегодня это уже легенда, потому что мы у него не можем спросить, а как там было вот это или то, мы уже о нем можем слагать легенды. Поэтому на сегодняшний день Миша заслуженно, безусловно, является легендой, легендой жанра, в котором он творил. Вот Ваня Московский сейчас рассказывал про Юру Севастьянова, про Мишу. И вы знаете, познакомились мы, кстати, Александр сейчас сказал, как мы познакомились. Познакомились мы, да, в театре эстрады. Это был первый шансон, наверное, 93 или 94 год, почти 30 лет назад. Но у Миши уже вышел альбом, вышеупомянутый, назывался он «Жиган Лимон». Так вот, Юра Севастьянов, к сожалению, уже тоже покойный, он лично мне говорил, что мы торгуем кассетами, тогда еще компакт-диск это было, ну, такое, знаете, привилегированный носитель аудио, были компакт-кассеты. И вот он говорит, что подъезжает молодежь на девятках, как было принято тогда говорить, братва. Ну, собственно, и сейчас. И, ну, как есть, прошу прощения. И спрашивает альбом Миши Круга «Жиган Лимон». Говорят, нету, продали весь. Если, говорит, вы завтра, мы приедем, не будет, мы ваш киоск этот к такой-то маме сожжем его. Сожгем его просто-напросто. Настолько был этот альбом значимый и знаковый, и для Миши, конечно, в том числе. И вообще надо отдать должное Мише в этом смысле. Он очень креативную вещь применил. Значит, если вы помните, а вы наверняка помните, когда разворачиваешь вкладыш этой кассеты, и там была феня, значит, написано слово по фене, перевод, так сказать, на люд, ну, на более понятный, что ли, язык, да, на гражданский. Я не знаю, как это правильно сказать. Вот. Да, Миша, конечно, Миша был безусловной звездой в последнее время. Мы пересекались, может быть, даже больше уже незадолго до его ухода, потому что он ездил, работал один, был крайне востребован. И, ну, знаете, сказать, что очень жаль, что его нет, наверное, ничего не сказать. Лично я считаю, что человек ушел, как у нас ушли такие люди, как Виктор Цой, такие люди, как Сергей Наговицын, с которым мы близко дружили. Ну, Миша Тверской, в общем-то, вот был саундчек, и показывали на экране, как он поет «Тверичаночку» и «Лазурный», и вот эта площадь ваша центральная. Конечно, мурашки по коже. И сегодня мы его вспоминаем. 60 лет, ну что такое? Сколько бы он еще мог написать, чтобы мы это услышали? И для меня было на самом деле откровением. Это было лет, наверное, 25 назад, я не знаю. Вы знаете, мы были молодые, амбициозные. Ну, круг, ну, круг. Ну, Жиган Лимон, ну, Жиган Лимон. Ну, что-то я там написал, ну, что-то кто-то там. У нас было так не очень много народа. И для меня было откровением, когда молодой парень, младше меня там, лет на 10, может быть, в то время, мы ехали в машине и заиграла песня Миши. И вот Артур, молодой парень, он ее поет, знает слова. Я говорю: «Артур, ты знаешь слова этой песни?»
Он меня всю жизнь и до сих пор зовет Игорь Михайлович по имени отчеству, ну, как старшего мужа. Он говорит: Игорь Михайлович, я Мишу Круга, я Михаила Круга знаю всего наизусть. Ну, в общем-то, знаете, тут какие могут быть аргументы? Аргумент только один, что Миша, конечно, светлая память, Царство Небесное. Это легенда. Этот человек оставил в жанре неизгладимый след. Те песни, которые он написал, стали всенародными хитами не только в Твери, во всей стране и за рубежом, за границей. Поэтому будем его помнить. Миша был христианин, поэтому, знаете, такая просьба, может быть, никогда не забывайте по нашей вере, по христианской, когда за человека ставят свечку, подают записку, говорят, что его душе очень хорошо. Я хочу прочитать стихотворение, которое когда-то написал, прежде чем спою следующую песню. Стихотворение звучит таким образом. Я и сплю, и не сплю, и гуляю во сне. Ухвачу чью-то мысль запоздалую. Заиграет капель, пробуждая во мне эту радость к тебе небывалую. А потом в полутьме поизрытых дорог повстречаем судьбу закадычную. Где-то будет маячить последний порог и ответов стихи неприличные. Что мне взять и отдать? И чтоб было вдвойне за «спаси, бо» в те дни нехорошие. Заиграет капель, пробуждая во мне благодать и мечту осторожную. Вот бы в жизни короткой еще сотворить, чтоб не стыдно ни внукам, ни правнукам о тебе говорить, ни за что не хулить и ни в чем не увидеть лукавое. Время есть, времени нет. И исправить нельзя. Только вера и сплошь покаяние. Пропусти этот глупый и вечный навет и мирскую нужду окаянную. Все одно суета и красивая ложь. То во благо, но больше в агрессии. Мы в миру вечно пьяные, праздные. Что ж, до поры в этом масляном месиве. Я и сплю, и не сплю, и гуляю во сне. Запишу эту мысль запоздалую. Жить и выжить душою так хочется мне. И молиться всем сердцем до талого. Пройдет осенний листопад, пройдут осенние дожди, когда ты сам себе не рад, когда злорадствуют враги, пускай навстречу ветер гнет, пускай со всех дверей сквозняк. Ты знаешь, это все пройдет, умрет мышиная возня. Ну что же ты, друг, загрустил? Поверь, нам печалиться рано. Бог даст, будет все. Лечатся раны, дышать, как духовой оркестр, и после
когда приходит май, месяц май. Спасибо, спасибо. Вы знаете, хочется сказать вам всем большое спасибо, но дело в том, что Миша тверичанин, как он воспел «Матушку Тверь», вот мы сегодня гуляли по городу, и там человек тверичанин Юра Воронов, который записал почти всего Мишу, приехали сегодня из Москвы. Вот знаете, вот я ходил по вашей старой Твери, смотрел, проникался. И для меня было, ну, для меня было и важно, и понятно, откуда Миша черпал эту энергию, эти слова, эту духовность, если хотите, которую он воспел в своих песнях. Сегодня ему 60, я исполню еще одну песню, которую когда-то пел с ним в концертах, которую когда-то написал, она называется «А на дворе акация цветет». Спасибо! Большой разбор. Приканала вся братва, оголила рукава. Ну еще бы, дай не бог, какой позор. И пошел базар-вокзал, кто стерпил и получал. Запивали коньяком кафе, развели без грубых слов, а залетных фраеров заказали кинуть на лаве. А на дворе акация цветет, а на дворе чудак девчонку ждет. Все ничтяк и все благоухает, паровоз интуха марафет жует. Номерах
восковым суфле. Девки, пляски по весне, кайф и водка на столе, и мама сухариков в стволе. Опа! Паровоз не блатовал, всю картину срисовал и прикинул, ну что-то здесь не так. Эти буду фраера, запалились мусора. Ох, сейчас мы сделаем бардак. А на дворе акация цветет. А на дворе чудак девчонку ждет. Все ничтяк и все благоухает. Паровоз кентуха марафет жует. Спасибо, друзья. Спасибо, будьте счастливы. И помните всегда Мишу. Спасибо. Игорь Герман. Благодарю вас, Игорь. Дорогие друзья, все, что я вам сегодня рассказываю, какие истории, я это провожу и рассказываю на экскурсии. Если вы не тверичанин или, может быть, даже и живете здесь, но не были еще и не знаете, экскурсия называется «По Твери Михаила Круга». Приглашаю, пожалуйста, обращайтесь. Покажу все, о чем Миша пел, где мы жили, где родились, где учились. Обращайтесь, пожалуйста. Экскурсия «По Твери Михаила Круга». Спасибо за ваши аплодисменты. Ну и на эту сцену я хочу пригласить замечательную группу. Артисты эстрады, победители международных конкурсов, участники телевизионных проектов «Шансон ТВ», «Теледом», «Первый российский национальный канал», наши гости из Санкт-Петербурга, Игорь Райн и группа «Шарман». Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. А почему так тихо, Тверь? А еще громче можно? Вот, другое дело. Ну, партер, как всегда, в ударе. Друзья, мы уже здесь находимся второй раз. Второй раз нас приглашает семья Михаила Круга. Доверили нам свои песни. В том году мы приезжали с песней Михаила Круга, которая называется «Только для тебя». Я думаю, что с этой песни мы сегодня начнем под ваши аплодисменты наше выступление. Ну, а вы нас громко поддерживайте. Хоп, хоп.
халтурим. Шипами рвал я голыми руками, только для тебя, только для тебя. И один в ночном подъезде по гитару пел я песни, только для тебя, только для тебя. Был я с детства парень грешный, воровал в саду черешню, только для тебя, только для тебя. И писал стихи украдкой в твою школьную тетрадку, только для тебя, только для тебя. Доставал я звезды с неба, только для тебя, только для тебя, только для тебя. Улыбался так нелепо, только для тебя, только для тебя. Сорок струн порвал без толку, только для тебя, только для тебя. Сделал первую наколку, только для тебя. Повзрослел я очень рано, казино и рестораны, только для тебя, только для тебя. Криминальные таланты, соболя и бриллианты, только для тебя, только для тебя. Мне казалось, так и надо, все тебе моя отрада, только для тебя, только для тебя. Ты ж меня сдала, я понял, и нагар свой приготовил, только для тебя, только для тебя. Доставал я звезды с неба, только для тебя, только для тебя, только для тебя. Улыбался так нелепо, только для тебя, только для тебя, только для тебя. Сорок струн порвал без толку, только для тебя, только для тебя, только для тебя. Сделал первую наколку, только для тебя. Всей дверью. Готовы? Только для тебя. Доставал я звезды с неба, только для тебя, только для тебя, только для тебя. Улыбался так нелепо, только для тебя, только для тебя. Сорок струн порвал без толку, только для тебя, только для тебя. Сделал первую наколку, только для тебя, только для тебя. Ой, молодцы какие. Давайте еще шумотверь. Ну, прекрасно. Друзья, как у вас настроение? Как сказал один великий человек, так вам и надо. Ну, а мы продолжаем. И, конечно же, приехать из Санкт-Петербурга без какой-нибудь прекрасной песни. Ну, просто преступление, друзья. Есть у нас песня. Сегодня это будет премьера. Называется она «Поимской». Друзья, я думаю, что многие понимают, о чем идет речь. Давайте ее вместе с нами споем. И под ваши аплодисменты премьера песни под шансончик, как говорится. Маэстро, музыку! На небе звезды ярко загораются, и кабаки, как рось, тревожены жужжат. Меня девчоночки лихие дожидаются, в карманах рубрики заманчиво хрустят. Гони извозчик до Поимской, до гробу Анны Марковны, а я, мальчонка, холостой. Люблю я ночи жаркие, гони извозчик на Поимской, пускай летит к чертям покой, а я мальчонка.
судьба моя силка голубкой трепыхается, и пусть порою задыхаюсь на бегу, туда я еду, где тревоги забываются, и век ликерных переплыть я не могу. Гони извозчик до Полевской, до грому Анны Марковны, а я мальчонка холостой. Люблю я ночи жаркие. Гони извозчик до Полевской, пускай летит к чертям покой, а я мальчонка холостой. Гони извозчик по Ямской. Рассвет крадется над Ямской моей слободкою, тугим канатом душу стягивает грусть. До ночи звонкой распрощаюсь я с кокотками, и вновь дела свои, как в реку, окунусь. Гони извозчик на Поемской, да к дому Анны Марковны, а я мальчонка холостой. Люблю я ночи жаркие. Гони извозчик на Поемской, пускай летит к чертям покой, а я мальчонка холостой. Гони извозчик по Ямской. Ну что, мои хорошие, ваши аплодисменты. Хоп, хоп, хоп. И вместе с нами. Гони извозчик до Поемской, да к дому Анны Марковны, а я мальчонка холостой. Люблю я ночи жаркие. Гони извозчик до Поемской, пускай летит к чертям покой, а я мальчонка холостой. Гони извозчик. Ой, спасибо большое. Ну вот артистов хлебом не корми, дайте шума, Тверь! Ну, друзья, и так как нас уже прекрасная семья Михаила Круга пригласила уже второй раз на прекрасный юбилейный вечер маэстро, мы, конечно же, подготовили песню, нам ее доверила Ольга. Прекрасно, давайте ей поаплодируем, она за кулисами, она слышит. Песня называется «Мышка». Такая вот прекрасная есть песня. Но, друзья, прежде чем мы ее споем, мы, как артисты, всегда думаем, как бы сделать так, чтобы песня запомнилась, и чтобы нам запомнился зритель. Давайте сделаем так. Во время песни я вам скажу вот так, что сделаю так, что «вы». И когда я говорю «так», все громко хлопают. Давайте порепетируем. «Вы». Прекрасно. Да, вот запомните это. Я думаю, что песня получится яркая, интересная. Для нас это премьера, под ваши аплодисменты. Песня «Мышка». Ну и, конечно же, вместе с вами... Галерочка, ручкой нам помашите, если вы с нами. Хоп, хоп, хоп. Ну и приготовьтесь. Как мало в моем доме тишины, и досыта наелась песен грусть. А стойки попрыгунья — это сны, готовые с ладони умахнуть. Вы! Ты просто мышка, ты просто тень, ты прожитый вчерашний будний день, мелькнувшая за поворотом шаль. А жаль, как жаль. Какая ненавязчивая боль, холодная, как изумруды глаз, прошедшая уже сама с собой, и сладкая, как будто первый раз. Вы. Ты просто листик, упавший вниз,
ты выиграй в детстве мячик приз. И ускакавший по ступенькам вдаль, а жаль, как жаль. А я тебя когда-то так любил, тебе стихи и песни посвящал, разлуки по тебе одной грустил и обижать другим не позволял. Ты просто мышка, и ты не та, чье имя первая любовь и красота. А имя твое горькая печаль, а жаль, как жаль. Ой, молодцы, давайте еще. Ты просто мышка, и ты не та, чье имя первая любовь и красота. А имя твое горькая печаль, а жаль, как жаль. Еще осилим. Ты просто мышка, и ты не та, чье имя первая любовь и красота. А имя твое горькая печаль, а жаль, как жаль, как жаль, как жаль, как жаль, как жаль, как жаль. Спасибо большое, дорогие друзья. Ну, друзья, в такие прекрасные минуты хочется напоминать всем, чтобы мы не забывали прекрасную музыку, чтобы мы не забывали прекрасного маэстро Михаила Круга. Давайте ему аплодисменты, вечная ему память. Спасибо за такие прекрасные песни. Ну, а вам, дорогие зрители, всегда желаем, чтобы главное у вас было здоровье, счастье, достаток. Артисты не умеют прощаться, поэтому мы говорим вам до новых встреч. С вами был Игорь Райн, группа «Шарман». Нам аплодисменты, мы старались. До новых встреч. Игорь Райн и группа «Шарман». Благодарю вас, дорогие друзья. Вы знаете, у нас антракт. 15 минут.